Сегодня у нас проходит 7-я по счету видеоконференция, которая проводится всегда на очень высоком уровне. Формат этого мероприятия является очень важным с моей точки зрения, так как сегодня урология претерпевает постоянные изменения с внедрением новых технологий, лапароскопических, эндоскопических методик и пересмотра подходов к лечению тех или иных заболеваний. От более травматичных к менее травматичным методикам, которые позволяют с тем же эффектом, но с быстрейшей реабилитацией решать те или иные вопросы, стоящие перед урологией. Безусловно, сегодня это площадка, которая позволяет нам всем тем, кто занимается оперативной урологией, иметь возможность обмена опытом. Это очень важно, ведь сегодня каждый может представить свой материал, свои результаты с условием, так сказать, безусловно, доказательности тех методик и тех результатов, которые представляются. Ну и, конечно, это очень важный вопрос для обучения молодых урологов. Сегодня присутствие на данных конференциях – это великолепный шанс познать оперативную урологию, малоинвазивную урологию, которая сегодня является важной составляющей в целом урологической науки. Вместе с тем хочу сказать о том, что сегодня незыблемо остаются подходы, те, которые еще давно разрабатывались нашими учителями. Это касается и времени дренирования в послеоперационном периоде. Независимо от того, каким способом выполняется операция, стандарты послеоперационного ведения этих пациентов во многом остаются прежними. Поэтому это очень важно — идти вперед, не забывая прошлое, создавая будущее нашей урологии. Это, наверное, великолепная возможность еще одного объединения урологов под такой эгидой. Поэтому я считаю, что видеоконференция является очень удачным форматом, и надеюсь, что и в будущем эти конференции будут привлекать к участию многих врачей не только из России, но и из стран СНГ.